Продолжаем вязать нашу собачку. Теперь начинаем вязать уже само тело. Так как вязание у нас не прерывается, мы начинаем вязать 12 ряд. Провязываем ровно по 9 петелек. Это мы как бы вяжем шею собачки. 1, 2, 3, 4 и так до конца ряда. Так, маркер я переставляю. Так как мы вязали убавки, ряд у нас немножко сместился чуть подальше. Это ничего страшного. Мы вот так маркер оденем. Так, а растянутую петельку, вот эту петелечку, мы засунем внутрь с помощью зубочистки. Очень удобно. Вот так вот раз. И внутрь засунули, и ничего не видно. Так, дальше. 13 ряд мы вяжем 2 столбика без накида. Прибавка. Один. Два. И прибавочка. 1, 2. И так до конца ряда. Я довязала 13 ряд до конца. У меня получилось 12 столбиков без накида. Далее 14 ряд мы будем вязать без прибавок, ровно по 12 столбиков без накида. Один. Два. Три. Четыре. И таким образом довяжите до конца ряда. Я довязала 14 ряд до конца. Далее 15 ряд мы вяжем столбик без накида. Прибавка. Один. И прибавочка. Один столбик без накида. И в следующую петельку вяжем прибавку. 1, 2. И таким образом довяжите до конца ряда. Я довязала 15 ряд до конца. У меня получилось 18 столбиков без накида. Далее 16 ряд мы вяжем без прибавок, ровно по 18 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И так до конца ряда. Я довязала 16 ряд до конца. 18 столбиков без накида. Далее 17 ряд мы вяжем 2 столбика без накида. Прибавка. 1, 2. И прибавочка. И так до конца ряда. Я довязала 17 ряд до конца. У меня получилось 24 столбика без накида. Далее 18 ряд мы вяжем ровно по 24 столбика без накида. Без прибавок. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7. И таким образом довяжите до конца ряда. Я довязала 18 ряд до конца по 24 столбика без накида. Начинаем вязать 19 ряд. 2 столбика без накида, убавка. Давайте переставим наш маркер. Вот так вот. Один. Два. Убавочка. Один. Два. И убавочка. Таким образом довяжите до конца ряда. Я довязала 19 ряд до конца. У меня получилось 18 столбиков без накида. Далее мы вяжем 20 ряд. Столбик без накида. Убавка. Один. И убавочка. И таким образом довяжите до конца ряда. Столбик без накида, убавка. Я довязала 20 ряд до конца. У меня получилось 12 столбиков без накида. Далее мы должны сейчас наполнить нашу детальку нашим синтепоном. Опять берем небольшими порциями. И заполняем нашу собачку. Вот так вот. Далее вяжем 21 ряд. И в этом ряду у нас 6 убавок подряд. Так, синтепон мы таким образом впихиваем, чтобы он у нас не зацеплялся. Первая убавка. Вторая убавка. Таким образом довяжите до конца ряда. Я довязала 21 ряд до конца. У меня остались тут петельки. 6 петелек. Так. Отрезаем ниточку вот так вот по длине. Нам нужна будет иголочка. Ниточку вытаскиваем. Так, и будем закрывать наше вязание. Вот так подхватываем. Петельки вот так раз. Два. 3, 4, так подтягиваем, 4, 5 и 6 петелька. Захватываем мы только одну стеночку, не все, не целиком петельку, а одну стенку, и стягиваем так раз. Все, наше вязание стянулось. Теперь мы вот таким образом вот сюда проталкиваем иголочку и вот тут вытаскиваем вот так раз. Все, ничего не заметно. И еще раз куда-нибудь сюда, в голову, допустим. Ниточку отрезаем. Маркер вытаскиваем. И петельку внутрь запихнем вот так раз. Все.
наша заготовка готова, тело нашей собачки. Начинаем вязать ушко нашей собачки. Делаем колечко на пальчик, захватываем ниточку. Еще раз так. Захватываем ниточку и провязываем. Теперь нам надо в это колечко набрать 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко стягиваем. Далее второй ряд мы вяжем 6 прибавок. В каждую петельку мы вяжем по 2 столбика без накида. 1, 2, в следующую петельку также 1, 2, в третью петельку 1, 2, в четвертую петельку 1, 2, в пятую петельку 1, 2. И в шестую петельку вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Теперь мы ставим маркер. Вот таким образом. Дальше. Со 2 по 9 ряд мы вяжем по 12 столбиков без накида. 1. 2, 3, 4 и так далее со 2 по 9 ряд. Я довязала 9 ряд до конца по 12 столбиков без накида. Далее мы соединяем две стороны. Вот эту первую и вторую вот эту. Вот таким образом с одной стороны подхватываем петельку и с другой и провязываем опять же с одной и с другой и провязываем с одной и с другой вот так вот, вот таким образом и вот так вот соединительный столбик делаем и воздушная петелька. Ниточку отрезаем подлиннее для пришивания детальки к нашей собачке. Так, вот мы вместе с вами связали вот такое ушко. Второе ушко вы вяжете самостоятельно. Я уже связала вот такое же ушко. Вот они одинаковые. Потом мы пришьем к нашей собачке вот таким образом.